Новые выплаты преподавателям школ. С 1 сентября все классные руководители будут получать ежемесячную надбавку по зарплате в размере 5000 рублей. Выплаты педагогу будут давать независимо от количества обучающихся в классе. Размер надбавки для руководителя двух и более классов составит 10 тысяч рублей. Такую меру поддержки разработало Министерство просвещения России по поручению Владимира Путина. Общий объем федеральных средств составит около 25 миллиардов рублей.